В рамках программы повышения квалификации священнослужителей Владикавказской епархии состоялась лекция архиепископа Владикавказского Аланского Леонида по дисциплине основы церковной дипломатии и этика межконфессиональных отношений. В ходе лекции были рассмотрены вопросы традиций церковной дипломатии. Владыка озвучил духовенству епархии позицию церкви по актуальным вопросам мировой повестки, подробно остановившись на теме обсуждения современных угроз православному единству. То, о чем мы говорили сегодня, это основы церковной дипломатии. Основы этики и общения. Это очень важно, потому что в наш неспокойный век, я сегодня об этом говорил, существует множество вызовов и каноническому православию, и внутренней повестке церкви, и, как мы говорим, угрозы от внешних. Поэтому мы не имеем принципиально прописанного этого курса, но тем не менее это все сбалансировано, подается из практических каких-то вопросов, в частности связанных с уже теми событиями, которые имели место. Мне, как заместителю председателя отдела внешних церковных связей, особо приятно остановиться на этой повестке дня, потому что это то, чем непосредственно мы занимаемся. Тема очень важная, тема очень ответственная. Как отметил правящий архиерей, программа повышения квалификации позволяет духовенству епархии повышать уровень образования и оставаться в теме актуальных церковных вопросов. В ходе лекции владыка Леонид поделился с аудиторией личным опытом дипломатического служения, а также рассказал об итогах прошедшего в Болонье форума G20, на котором правящий архиерей возглавлял делегацию Русской Православной Церкви. Как вы знаете, я недавно вернулся с G20, обширной площадки европейской, на которой представлял интерес Русской Православной Церкви, свидетельство обращения председателя отдела митрополита Волоколамского Илариона, святейшего патриарха Московской всея Руси, и донес до широкой международной общественности видение и понимание Русской Православной Церкви, концепции некоторых аспектов внешнего развития. Курсы повышения квалификации духовенства проходят на базе Северо-Осетинского государственного университета в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между СОГУ и Владикавказской епархией. Пресс-служба Владикавказской епархии.